Первой женой Никиты Панфилова была актриса Вера Бабенко. Супруги были слишком увлечены карьерой и быстро поняли, что поторопились с созданием семьи. Второй брак актера с Ладой Поярковой продлился 5 лет. В 2013 году у Никиты и Лады родился сын Добрыня Никитич. Однако вскоре из-за плотного рабочего графика артиста в семье начались ссоры. И в 2015 году случилась драматическая развязка – развод со взаимными претензиями, которые бывшие супруги не урегулировали до сих пор. Сейчас Никита Панфилов счастлив в третьем браке. Его избранница Ксения Соколова – врач-стоматолог. В 2018 году у них родилась дочка Аврора. А что вас радует, что вас питает, что вам вообще доставляет удовольствие в жизни? Дети. Мои дети. Единственное, где я настоящий, вот Никита Панфилов, это когда я со своим ребенком. Даже с женой я позволяю иногда себе играть. Но не с дочкой и не с сыном. Вот как только я их вижу, я Никита Панфилов. Вот такой, который меня никто не видит. Какой? Из вас вьют веревки? Дети, да. Прямо вот вьют. Я ничего не могу поделать. Я весь растворяюсь. И я даже прикрикнуть не могу. Это какое-то высшее проявление Лены любви, наверное. Потому что такой любви никогда не будет к женщине. Такой любви никогда не будет даже к матери. А когда вы поняли, что нравитесь девочкам? Ну, нравиться девочкам-то я всегда нравился. В детстве, в смысле. Я говорил, что я женюсь. Я женюсь. Я переженился на всех девчонках. Во дворе ровно на всех, кроме одной. Одна отказала. Катя из 55-й квартиры на 4-м этаже, она мне отказала. И тогда меня поразила ее логика. Я даже согласился и не расстроился по этому поводу. Она сказала, ну ты в Москву уедешь. А я? Я подумал, да... В Москву как-то нехорошо тебя брать с собой. Ладно, не будем с тобой жениться. Вот так. А у меня прям период был, я женился на всех, кого видел. К 40 годам вы ответили себе на вопрос о том, про что жизнь? Тут, не знаете, не в трех словах. Надо жить, потому, чтобы из окна был видно Кремль. Нет, нет, нет. Это вот как объяснить, что такое счастье, да? Жизнь надо для того, чтобы было вот это счастье. А как слово «счастье» расшифровывается? Сочетание частей. Счастье не может быть в одном слове. Это любовь, это достаток, это защищенность какая-то, да, это уют и так далее. У каждого свое сочетание частей, часть. Вот и жизнь. Если одним словом, то жизнь – это счастье.